Всем большой привет из Алании. Смотрите, где я. Это банановая роща. Я еду на экскурсию джип-сафари. Говорят, прямо она супер, эта экскурсия. Не знаю, посмотрим. Пока мы ждем остальные машины, нас пригласили погулять в банановую рощу. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какие гроздья бананов. Это вот такие маленькие бананчики, которые у нас в магазинах продаются. Вот они прям, малыши, карандаши. Прям такие маленькие. Очень интересно, здесь очень прохладно. Так прикольно, прям красиво. Реально банановая роща. Вот такие вот огромные гроздья. Вот само дерево. На земле очень много листьев, как будто кажется, знаете, как будто как неухоженно, что ли. Ну, видимо, вот так. А еще вот там за мной, там, оказывается, живут люди. То есть в банановой роще живут люди. Возможно, это охрана, потому что на въезде тоже там собачка бегает такая милая, далась погладиться. Такая классная, приветливая очень. Поэтому экскурсия обещает быть интересной. Едем мы в крутом джипаре, прям в крутом, классном, с крутой музыкой. Правда, очень жарко. Но, в общем, будет видно. Пока мне все нравится.